Добрый день, друзья! Предлагаю быстренький обзор моих покупок по каталогу номер 10, по текущему каталогу. Вот так он выглядит. Текущий каталог номер 10 действует до 17 июля 2022 года. Итак, что же я здесь купила? Начну, пожалуй. А давайте вот с крема. Кремы для лица. Я взяла новая серия Green Karma, то есть гиалуроновая. Серия у меня закончилась, там чуть-чуть прям буквально осталось, поэтому я взяла Green Karma. Натуральные составы, 99,5% это натуральный состав, без силиконов, парабенов, то есть веганский значок, подходит для веганов. Те, кто предпочитает и любит натуральную продукцию. Объем 50 мл, крем, натуральный дневной крем и, соответственно, натуральный ночной крем. Вот так выглядит. Можно, конечно, открыть, посмотреть. Все равно уже давайте выдавим, посмотрим. Вот. Хорошо распределяется, такой легенький. На лето самое то. Вот летом это легкие составы крема как раз подойдут. Уже не хочется ничего тяжелого, такого грузного для лица, потому что жарко, потому что идет себум, выделяется лишний жир на лице, никому не нужен, и уже не хочется какие-то там суперпитательные кремы. Вот как раз вот натуральный состав. Пахнет отдушка, минимальная отдушка, такая, я бы сказала, легкая травяная. Итак, дневной и ночной кремы. Вот он, это ночной, артикулы у них, сейчас скажу артикулы. А у ночного 66,75 и у дневного 66,74. У меня есть масочка из этой серии. Я все-таки жду, возможно, появится и тоник для лица вот из этой серии. Я бы с удовольствием купила. У меня он тоже на исходе, может быть появится в ближайшее время, куплю обязательно. А еще что взяла? Взяла крем-пасту для чистки металлических поверхностей. Для ванны подходит. Ну, то есть здесь спектр большой. А я взяла его конкретно для чистки столовой посуды из серебра. А у кого есть, тот меня поймет, потому что серебро, оно как бы постоянно имеет свойство темнеть. Да, так вот. Вот они хорошо помогают. Бережно полируют, не царапают, самое главное. Ну, конечно же, подходит для чего? Вот здесь смотрите, для чего написано. Крем-паста мягко удаляет пригоревшие остатки пищи, нагары, сажу, легкие там известковые отложения, следы окиси и потемнение, вот, собственно говоря, что мне и нужно, с различных металлических поверхностей, там, сковородок, кастрюль, столовых приборов, это для меня вот это и надо. Противни, затем что, стальных моек, вытяжек, кранов, холодильников и так далее. То есть спектр огромный. Природные микрогранулы придают блеск, бережно полируют, не царапают и не повреждают поверхность. Потому что обычным чистящим средством столовое серебро чистить нельзя. Оно царапает. Крем также рекомендован для очищения металлических предметов интерьера и ювелирных изделий. То есть вот супер. Супер крем, крем-паста, которая вот необходима, скажем так, в каждом доме. Артикул, сейчас скажу, артикул какой у него. 30058. Крем-паста для чистки металлических поверхностей. Буду чистить, сниму отдельное видео, покажу, как оно работает в действии. Ну, как обычно, да, зубная паста. Вот на этот раз взяла мягкое отбеливание. Тройное действие Faberlic. Что у нас здесь? Бережное отбеливание, комплексный уход. Код продукта, артикул 2246. Вот все, что идет со скидочками. Любимая серия Nuki. У нас мы любим эту серию. У нее вообще такая веселая она. Вот можно даже посмотреть. Вот она. Прям такие улыбахи. То есть мимика
И вот это ополаскиватель для полости рта. 97% натуральные тоже компоненты. Сейчас скажу, артикул 2499, объем 250 миллилитров. Ну, какие-то технологии, собственная разработка компании, способная восстановлению эмали зубов. А вообще хорошая, не используется CLC и парабены. Вот. Это ополаскиватель бережный. Ну и, собственно, давайте перейдем тогда из в этой серии же и к зубным пастам. Здесь у нас дыня и мята. В этой 97% получается тоже натуральная зубная паста. А здесь у нас кранберри. Это клюква. Клюквенная зубная паста. И они, знаете... Настолько они вот так пахнут не какой-то химией, а именно как живые вот эти ягодки, когда начинаешь ими чистить. Ну и потом, когда в ванную комнату заходишь, еще запах остается такой нежный, именно ягодно-фруктовый. Очень хорошо деткам подходит. Ну, я бы сказала, старше вот 7 лет можно уже смело пользоваться этой серией Нуки. Итак, с клюквой у нас артикул 2658, объем у них сколько? 75 миллилитров. Дыня и мята у нас идет 24,96. Вот такие вот улыбахи. А еще с этими же улыбахами мы купили попробовать вот это вот средство. Первый раз его берем. А что такое? Очищающая пенка для полости рта. Для чего она нужна? Если, например, в дороге где-то у вас нет возможности нормально почистить зубы, нету зубной щетки, вот этой пенкой как раз прочищают полость рта. Как дорожный вариант вообще замечательно. Ну и так вот после каждого приема пищи, если вот не пользоваться зубной щеткой, а просто пользоваться пенкой, точно так же бережете свои зубы от кариеса, от всяких зубных отложений. То есть после каждого приема пищи обязательно необходимо зубы чистить. Так вот, чтобы щеткой, например, не пользоваться, можно пользоваться вот этой вот очищающей пенкой, как раз улыбашка. Сколько у нас здесь? 50 миллилитров объем и код продукта 1813. Вот взяли на пробу из этой серии. Следующее, раз уж мы начали с вами про гигиену полости рта говорить, покажу щеточки. Так, перевернем. Две детских щеточки про запас, розовая и оранжевая. Ну, что тут? Тут особо-то говорить не приходится, щетка, она есть щетка. Нормальные щетки... 11481 код это у оранжевой щетки и 11479 это у розовой. Детские вот такие щеточки. Хорошая щетинка у них. Такие полненькие зубные щетки. А еще себе беру вот такую силиконовую зубную щетку. Слушайте, я нигде такого больше не видела. Мне они очень нравятся. То есть я никакие другие щетки не покупаю. Покупаю теперь вот эту силиконовую. Настолько удобная у нее щетина. Она никуда не разлохмачивается, не ершится в разные стороны, прекрасно прочищает. Вот рекомендую один раз попробовать, чтобы, знаете, какие-то хвалебные оды не пить ей, потому что щетка очень-очень-очень достойная. Вот просто супер в магазине я таких не видела. Никакие даже электрические щетки не сравнятся с ней. Прекрасно прочищает. Вот. Но я говорю, щетина не деформируется по несколько месяцев и хорошо промывается, бережно, не, у кого чувствительные десна не кровоточат. Вот не то, что как вот эти синтетические щетина, например, вот да, в детских, такие же, ну, обычная щетина, как и у взрослых щеток, и у кого чувствительные десна, то получается кровоточение. Вот здесь такого нет. Это настолько мягкая и хорошая. В общем, рекомендую. Себе взяла вот такую голубую. Сейчас у меня какая-то желтенькая. Но вот этот код 11316. Обратите внимание, она в каждом каталоге есть. Один раз попробуйте, тогда поймете, о чем я говорю.
Что еще? Из серии Beauty Cafe, собственно говоря. Вот она, эта серия, которая на обложке. Здесь вообще такая вкусняшка. Просто вот... Просто вкусняшка, поверьте. Просто вкусняшка. И вот из этой серии гигиеническую помадку, бальзам для губ мы взяли. Попробовать теперь еще и с апельсином. Следующее, что очень я люблю, вот этот дезодорант. У меня заканчивается. Я купила вот этот как раз здесь. Смотрите, эффект до 3 дней. Антиперспирант. Эксперт Фарма. Шикарный. Шикарный дезодорант, который держится до 3 дней. То есть вот прекрасно защищает и есть до 4 дней, но я беру себе облегченную версию, которую наносят с утра. А еще есть, который вот до 4 дней, его с вечера наносят на подмышки, и все. Прекрасно действует, обратите внимание. Это вот, ну, как бы это не те шариковые дезодоранты, которые вот такие облегченные. Это уже вот дезодорант дезодоранта, скажем так, который действительно защищает от потоотделения, никакого вот мокрого эффекта нету. В общем, шикарный. Сейчас скажу код его, антиперспирант. Где он? 2677. Вот он тоже есть. Такой шикарный. Из детской серии мы взяли вот этот детский шампунь. С мимимишками такие, мимишные он. Компотик называется. Шампунь-бальзам. А, несмотря на то, что 3+, малиновые, lovely moments, то есть любимые моменты. Шикарный шампунь, слушайте, от него такой аромат идет. Я когда коробку с заказом открыла, я думаю, чем же таким вкусным и сладким пахнет, оказывается, вот этим вот детским шампунем. Ну, дети вообще в восторге от него. 200 миллилитров. Так, артикул. Где артикул? Найти бы. А, вот он. Замаскировался. 26,90. Артикул. Бережный, без слез. Детский шампунь. Вот такой попробуйте своим деткам. По распродаже. Сейчас идет большая распродажа на серию лето. На серию вот средств солнцезащитных. Взяли спрей SPF 15. Спрей для тела солнцезащитный. Ну что, необходимая вещь, спрей солнцезащитный, как раз активное солнце. Код у него 2115, объем 200 миллилитров. Нужная вещь, которая защищает от ожогов. Если купаетесь, тоже защищает. То есть в воде тоже защищает. Так, итак, что у нас еще здесь? Взяла ультракондиционер для белья. 2 в 1. Ароматерапия. 2 в 1. Орхидея и кашемир. Решила вот такой запах попробовать. Они довольно-таки... Вот сейчас поболтаю, чтобы вы услышали. Он жидкий. Вот этот жидкий. Есть серия Гринли. Тот вообще очень густой. Его надо разводить. Такой, как вот крем прям. А этот именно жиденький. Просто берете и мерный колпачок наливаете на 30 стирок. Так, код 500 миллилитров, код у него 11850. 2 в 1. Орхидея и кашемир. Ну, шикарно. Из серии также Faberlic для дома я взяла средство, моющее средство для мытья посуды. У меня заканчивается средство как раз вот вовремя. Я взяла ароматное яблоко. Ну, вот почему-то захотела я вот против сложных загрязнений. Для мытья детской посуды хорошо подходит, у кого маленькие дети. Быстро удаляет нагары, стойкие жировые, засохшие загрязнения. Вот. Я захотела с яблоком. Что у нас здесь? 30.094. Концентрированный гель для мытья посуды. 500 миллилитров. Экологический состав. И вот, видите, даже значок, что подходит для мытья детской посуды. А еще взяла я суперконцентрат для стирки деликатных вещей.
Ну вот у меня тут даже есть всякие мои повязушечки. Я очень люблю вязать, а вязать из шерсти, поэтому у меня много шерстяных ткофт, кардиганов, и поэтому я пользуюсь специальным средством для стирки изделий из шерсти. Так вот, 0,5 мл заменяет 3 килограмма обычного порошка. Вот как раз 500 мл. Что у нас здесь? 11,840. Вот для стирки деликатных вещей. То есть шелк, хлопок подойдет, шерсть, естественно. Ну вот я взяла как раз таки концентрат для стирки. А еще у меня здесь есть куча. Ой, вот еще у нас что есть. Это купоны. Те, кто делает заказ в 10-м каталоге, то бишь на определенную сумму, тут выдаются вот такие вот купончики, которые можно будет в следующем каталоге купить одно из средств за 50% стоимости. Вот. Видите, период действия с 18 июля, это как раз следующий каталог, по 2 августа. Здесь средства для дома подходят, уход за телом, за лицом. Вот на одно из какое-то любое средство, смотря сколько у вас купонов, столько можете воспользоваться. Пихтовид, клеточный сок пихты сибирской. Вот. Шел он у нас как раз по акции, концентрат безалкогольного напитка на основе пихты. Водный раствор хвои пихты сибирской. Что это значит? Вообще это суперсредство для, ну, в общем, для поддержки иммунитета. И хорошо, у него очень много железа в составе. И иммунитет, чтобы был здоровый, крепкий иммунитет. Ну вот он у нас шел по акции, конечно же, я его взяла. Небольшой флакончик такой, несколько капель добавляете. Добавляем и принимать по 1-2 раза в день за 10-30 минут до еды. 20 капель развести в 100 или 200 миллилитров воды. Ну вот и как раз крепкий здоровый иммунитет от природы, как говорится, дары природы. Что любимые маски, доходим мы наконец-то до любимых масок. Взяла вот такую масочку, возрождающую маску для лица, антистресс. Вот ее можно двумя способами применять: просто как масочку нанесли, через 15 минут смыли и оставить на ночь вместо крема для, ну, вместо вечернего крема, да. Получается, у нас маска работает. Сейчас, где? Не могу найти код. А, да вот он же. 2043, 50 миллилитров объем. Давайте откроем ее. Я уже, конечно же, ее протестировала и посмотрела. Что у нас здесь идет? Внутри идет у нас лопаточка специальная, потому что у нее консистенция пудинга. Вот так вот открываем, снимаем защиту. Видите? У масочки идет консистенция пудинга. Аромат обалденный, слушайте, нежный. И как бы вы вот там ею не пользовались, видите, я уже попользовалась, она обратно возвращается в пудинговое состояние. То есть как бы вы там, мы ее не деформировали, она потом через какое-то время опять становится гладенькая. И вот такой вот пудинг, пудингообразный. Я люблю масочки, я ими пользуюсь постоянно на регулярной основе. И вот не могу пройти, чтобы не купить себе очередную маску. Здесь возрождающая маска. Будем возрождаться. Вот так в коробочке идет лопаточка. Ну, она идет снизу, я ее просто сейчас положила сверху. А, и вот она, последнее богатство у меня. Смотрите, что у меня здесь есть. Я же говорю вам, я обожаю маски. Это тканевые масочки. Все, какие есть в этом каталоге, то есть, то бишь, у меня сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 новиночки. Так, сейчас покажу новиночки. Сейчас все покажу. Так, вот они, две новые масочки. С коэнзимом Q10, антиоксидантная защита. И очищающая масочка, свежесть. Ну вот, такие вот тканевые масочки-то я очень люблю. И какие у нас еще есть здесь? Выравнивающая тон маска для лица.
А затем увлажняющая. Ну, увлажняющая она всегда должна быть. Омолаживающая маска для лица. Укрепляющая с коллагеном маска для лица. Восстанавливающая с алоэ маска для лица. Ну и тонизирующий витамин С. Как же без него? Особенно сейчас летом. Итак, вот оно мое богачество. Все. На этом обзор у меня закончился. Приятных вам покупок. До новых встреч. Пока-пока.